Привет, девчонки! Сегодня на канале Рыбакит вы увидите, как я, папа, рисую разные рисунки для вас, для девчонок. Потому что я сегодня хочу нарисовать чашку для девочки. И, возможно, чайник. Но мне кажется, я сначала нарисую чашку, а потом посмотрю, влезет ли или нет чайник. Смотрите, чашка у меня будет вот такой формы. Вот такой формы для девочки. А у нее будут неровные края, а вот такие края будут. Вот так. Здесь у нее будет полосочка, а здесь такие неровности. А ручка у нее тоже будет очень неровная, очень красивая, похожа на ухо. Здесь подставочка, а здесь будет блюдечко. Такое маленькое блюдечко, овальное, но тоже с неровностями, с такими вот, как лепестки лотоса. О, как я красиво сказал. Вот такая чашечка. А сейчас я нарисую чайник, если у меня влезет он, конечно. Нужно его тоже в таком же стиле нарисовать. Смотрите, сверху я нарисую крышку. Вот такая крышка с таким круглым ручечкой. Теперь я нарисую неровности вот этой, вот такие неровности. Куда моя крышечка кладется. Так. Чайник у меня будет вот такой формы. Вот так. А здесь я сразу нарисую носик. Носик тоже неровный, смотрите. Вот такой. Вот такой. Вот так он закругляется. А здесь моя форма чайника. Вот сюда он идет. Здесь у него подставочка. И здесь тоже он тоже такие вот неровности у него, лепестки. Лепестки лотоса, я его так буду называть. Вот так. И ручка, конечно же, тоже неровная, тоже похожа на огромное ухо. Так, вот так я нарисовал. Давайте я сейчас раскрашу. Раскрашу я это тоже просто. Я возьму желтый, розовый, может быть, немножко малинового. Вот такого. Наверное, все. Давайте начнем. Я возьму снизу, мне хочется, чтобы он был желтенький. Чтобы блюдечко было желтенькое. Чтобы ручка была желтая. Чтобы чайник был с желтым носиком, желтым верхом и желтой ручкой. Ага, вот так я нарисовал. А теперь я возьму розовый. Здесь я нарисую розовый верх. Розовый низ. Здесь я нарисую розовый чайник. Такие лепестки, которые поднимаются вверх. Вот так вот. Получается, что моя чашка, она желтая и немножко розовая. Да? А мой чайник, он розовый и немножко желтый. Так. И здесь тоже розово. Так, получается... Очень даже ничего. Немножко добавлю глубины малинового цвета. Так, и здесь. И вот здесь. Так, теперь здесь нужно желтеньким добавить, чтобы изнутри он желтый был. И коричневый чай. Коричневый чай. Так, смотрите, я уже почти нарисовал. Осталось немножко небольшой оттенок добавить, голубой. Мне хочется, чтобы все это стояло на голубой скатерочке, такой красивой, знаете, голубой. Я не буду ее сильно прорисовывать, чтобы не было, не отвлекали. Ну, вот так вот. И, конечно же, дым из него, из чашки, тоже идет голубой. Голубой дымок. Вот такой чайник я придумал только что. До этого его не существовало. Вы можете подумать и придумать свой чайник. Пойду пить чай. Мне нравится такой чайник, и я из такого чайника специально попил бы такой красивый чай. Надеюсь, он будет вкусный. Здесь тоже немножко добавлю. Отлично. Все, девчонки, я нарисовал для вас чайник. Для мальчишек я тоже рисовал чайник. Для девчонок рисовал чайник.
домики рисовал для мальчиков, для девочек. И вообще, я стараюсь для вас побольше рисовать, чтобы вы тоже рисовали со мной. До новых встреч, пока. С вами был Рыба Кит.